Как собрать робота своими руками? Ответ на этот вопрос известен не каждому взрослому. Зато его знают воспитанники детского сада «Мишутка». Эта инновационная образовательная площадка не перестает удивлять формами и способами обучения детей. Это не кадры из научной фантастики, а реальность. Малыши от 5 до 7 лет экспериментируют, придумывают сюжеты для игр, а с помощью конструктора Лего и компьютера умело собирают и программируют роботов. У нас было путешествие на поверхность Луны. Мы запускали из конструктора Лего Veda Education 2.0 Майло и спутник. Дети исследовали с помощью Майло поверхность Луны. Ну и запустили спутник в космос. Юные механики занимаются техническим творчеством и постигают азы науки благодаря такому направлению дополнительного образования, как робототехника. Сложные инженерные конструкции осваиваются детьми не со слезами, а с восторгом. И все благодаря доступной игровой форме занятий. Дети на этих занятиях очень любят бывать, им очень нравится, особенно собирать модели, их собирать по своему усмотрению модели, сдавать им какие-то программы определенные на компьютере, а потом все это обыгрывать. Таким образом, наша проектная деятельность в рамках нашей региональной образовательной площадки формирует у детей простейшие научно-технические знания и интерес к техническому творчеству. Дни науки и техники проходят в Мишутке каждый месяц, и в них принимают участие семьями. Так, последние занятия были посвящены космосу. Здесь реализовали проекты «Турагентство Млечный путь», «Космические исследователи», конкурс детско-родительских работ «Умные Лего». На занятиях дети не только знакомятся с миром, но и учатся смотреть в суть вещей и процессов. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.